Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Стражи Галактики. Чуть не сказал космические рейнджеры. Стражи Галактики. Продолжаем играть. И мы только что смотались от какой-то... Что же она там была-то? Как правильно это ее назвать? Королева монстров. Я королева... Похоже, Груту удалось приструнить эту зубастую тварь. Зверей каких-то. Пусть только попробует вернуться и продолжить грызть мой корабль. Ясно? Так. А зачем мне это? Так, и что это? Стол с экраном. Я думаю о том, что ждет нас в будущем. Новые сражения. В другой раз стоит взяться за контракт, не предполагающий сражений. Тогда зачем ты так нам нужен? Устранение врагов не единственное, в чем я силен. А в чем еще? Ты меня заинтересовал даже сейчас. Так, кольцо. Самая опасная женщина в галактике. Ошиблись вы. Хоть и попали в точку. Ага. Так, ладно. А, точно. Я же вас избавил от реплики, когда... Чего, крепыш? Когда вот эти браслеты брал. Разговаривал... Новое предыдущее задание. Понятно. Наконец сорвали кожу. Разговаривал с ней по поводу вот этого, да. Я не считаю, это вот что такое? Синица, ты на связи? Я знаю, ты думаешь, я тебя... Гамора, а я тут... С кем ты разговаривал? Кто это Синица? Это... был позывной Йонду. Он был Синица, а я пацан. Чё? Не смейся надо мной. Я правильно поняла? Йонду Удонта, предводитель космических пиратов, гроза системы Сириус, отпетый негодяй, выбрал себе позывной Синица? Даже вышел его себе на куртке сзади. Волшебно. Прекрасно. Это и было волшебно. С самого дня нашей встречи. Как вы познакомились? Земляне и центавриане вообще-то не соседи. На Читауре Прайм. На 4-й год моего заключения. Стой. Йонду был военнопленным? Но пираты были нейтральной стороной. Ну да, и в то же время нет. Что не так опять? Почему? Так, пиратский кодекс чести, давай. У опустошителей одно правило. Грабь всех подряд. Они считали себя нейтральной стороной. Но ведь это не так. Я хорошо помню несколько нападений на корабли Читаури, когда я была еще... Ну, сам знаешь. Они также охотно грабили сопротивление, пока их не подстерег крейсер Читаури с включенной маскировкой. И Йонду не угодил на Читаури Прайм. К тебе. Угу. Да. После побега он мог высадить меня на какой-нибудь станции или рядом с ближайшей базой корпуса, но не стал. Вместо этого он позвал меня в опустошителя. Ты долго пробыл среди них. Тебе нравилось? Очень. Да. Впервые я почувствовал, что нахожусь на своем месте. Не знаю, поймешь ли ты. Я ощутила то же самое, когда вступила в сопротивление. Как будто моя судьба наконец оказалась в моих руках. Да, именно. Первые годы это было, как будто я стал членом очень большой, очень вздорной семьи. Интересно, а мне дадут за эти реплики хоть что-то? Я выступал как бы моим... Папой? Да. Могло быть и хуже. Так, собратья по несчастью, давай. Нас посадили в одну камеру. Когда он вошел, первые его слова были такие. Парень, ты ко мне не привязывайся. Я сюда заскочил чисто пожрать. А кормили всегда паршиво, так что... Да, это похоже на Йонду. Сокамерники у меня сменялись довольно часто. Читаури проводили гладиаторские бои. Ты привык лицезреть смерть. Не совсем так, но я не ждал, что кого-то хватит надолго. И мне тогда еще не вживили переводчик, так что я был, по сути, сам по себе. Но Йонду говорил на моем языке. Он вызвался быть переводчиком в обмен на пайки. Даже в этой змеиной яме он занимался махинациями. Ну что, жил как мог. В этом мы были с ним схожи. Я продумывал план побега с тех пор, как меня туда посадили.
и мне не хватало только кого-нибудь вроде Йонда. Как вы сбежали? Ха. Это был план местами простой, местами сложный, а местами стыдный. Но кончилось все тем, что мы передали транспорт с краденными припасами бойцам сопротивления. Готова поспорить, что не за даром? Конечно, нет. В общем, после этого пути назад уже не было. Я стал опустошить. Но если ты не против, я хотел бы побыть один. А, да, конечно. Увидимся. Увидимся. Так, какую-нибудь хрень еще трону, и опять она вернется. Так, зеркало мне не надо. Да, это фотография матери, да. Все. Так, а почему здесь открыто все? Нет, не подходит. Так, разговоры разговорами, но нам надо сваливать. Гамора, ты нашла... Это куклы? Да. Нет. Неважно. Неважно. Надежда Халы в системе Тайо. Координаты на консоли. Прекрасно. Ну, а чего ты закрыла экран? Не твое дело. Неужели? Кажется, ты пытаешься от нас что-то скрыть. Да, так и есть. Ну и ладно. Давай полюбопытствуем все равно. Не хочу расстраивать, но я все видел. Никогда бы не подумал, что ты собираешь кукол. Да, я их коллекционирую. У многих есть хобби. Грут собирает растения, а Ракета любит бомбы. Да-да, а у Дракса полно очень страшных ножей. Вот, ничего необычного. Пожалуй. Знаешь, в детстве я тоже много чего собирал. Бейсбольные карточки, фигурки. То есть это занятие для детей? Нет, 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 я не об этом. Да шучу я, Питер. Плевать мне, что ты думаешь, но я не хочу обсуждать свои хобби. Ой, ну собирают кукол, и чё? Да всем насрать. Время уходит, Питер. Да сильно уходит. Ну ладно, поехали. Почему я? Смотрите, у меня это самое крутое кресло. Карел, наверное, следит за нами. Ну ладно, Карел. Готовься к сюрпризу. Готовы? Ты правильно выбрал. Поехали. Интересно знать, почему там не чувствуется, да, что там? Какое-то давление, все равно движение же есть. Через матрицу, кто, через черную материю. Называйте как хотите. Скала, аванпост корпуса Нова. Система Тайо, галактика Андромеда 2. Похоже, твоя подружка все-таки сдержала слово, Квилл. Это точно ее корабль? Сканирую. То же название, что прежде. Это Надежда Халы. Да. Да только там... А, там же ребенок был в опасности, который... Ты же мой отец. Я говорю, да, я твой отец. Интересно знать, вот ребенку-то надо помочь. Это что, магнитные захваты? Что они делают с моим кораблем? Без паники. Стандартная процедура. Мой корабль в ажуре. Какая его часть? Спроси Квилла, это он бьется обо все подряд. Опа! Могли бы и понижней. Идем заплатим. Ох, злобный енот. Поехали. В общем, когда мы выберемся... В смысле, если выберемся. Я знаю кое-кого, готового предложить нам весьма щедрый контракт. Я не стану никого убивать. Так. Да, я не полезу в особняк какой-нибудь богатой сволочи, чтобы отравить ее ужин. Нет. Я хотела сказать, что после... Музыку мы не играем. Мы могли бы взять контракт на перевозку скота. Да не. И закройте этот холодильник, наконец. Пойдемте, дети мои. Нечего мне с вами разговаривать. Даже хочется, чтобы они нас арестовали после выплаты штрафа. Ну что, вперед. Зачем? Ты извращенец, что ли? Если они поцарапали краску, заставим корпус снова уменьшить штраф. Ха, удачи с этим. Это ужасный халат.
халатность. Я так и сказал. Халат, это ужасный халат. А чё меня никто не встречает? А где все? Большинство станций ново автоматизированы и управляются миросознанием. Это вот нервирует. После войны у них не было выбора. Много стульев, мало задниц. Давайте. В любом случае так эффективнее. Конечно, пока миросознание не чихнет и не вырубят систему жизнеобеспечения. Какая ненадежная система. Да, конечно, это тоже. Не работает. А как это работает? Корабль Милана перемещен в отсек F-73-4PL. Перед вылетом предъявите заверенный билет устойки. Давай сосредоточимся на штрафе. Они все равно должны снять трекер. Если хоть одна царапина. Если будут царапины, я сам их отполирую. Я бы посмотрел. Ракета. Знал, что надо было остаться на борту. Да. Тебе вот не позавидуешь. Ты идешь? Иду. Да, да. Только сначала сюда загляну, тут что-то было. Опа! Собираем. И я не обманул, Карел. Вообще-то она тебя не слышит. Что? Да, я знаю. Вы же были близко знакомы, да? Да, да. Есть. В смысле, знакомы. Карел хорошая. Она спасла меня от кровопускателя Читаури, хотя уже после ее попытки выкинуть меня из шлюза. Да, это похоже на нее. Бывает. Так, мой корабль вон там. Влюбленный капитан. Надеюсь, что твоя подружка будет рада тебя видеть. Будет. Вау, что-то нашел. Так. Питер, пойдем. Не успел ответить достойно. Ладно. Может, не обязательно надо было. Мне почем знать. Так. Спроси бывшего копа. Что спросить? И я не состояла в корпусе НОВА. Грут хочет знать, так, почему здесь нет патруля. Скала, станция другого типа. Хотя пара кораблей должна быть. Там красиво, да, в космосе-то, блин. Кто придумывает вот эти штуки, блин, такая красота. Что в Звездных войнах я играл красиво, что здесь вот посмотришь. Да, красиво там. Заходим. Так, а вот здесь кто-то должен быть. Зал ожидания какой-то. Может, выходной? У копов не бывает выходных. Есть кто? Я из Грут. Нам нужно выплатить штраф. Грут, это вообще что-то. Отдельная история. Дверь закрыта. Все, мы попытались. Пошли отсюда. Да нет. Мы не уйдем. Найдем их, если придется. Слушай, может попробовать как-нибудь открыть дверь с другой стороны? Давайте. Мне теперь взламывать систему безопасности корпуса НОВА? Ну, если ты не потянешь... Манипулятор! Так, это что у нас? Доступно взаимодействие сетевой интерфейс. Здесь никого нет. В таких ситуациях и проникают. Странно. Что именно? Помимо всего этого? Ничего нет. Даже экрана приветствия. Они же работают? Они должны. Смысл в постоянном подключении к миросознанию. Оно нарушено. Ха. Ладно, разберемся. Доступно взаимодействие автомат с напитками. В кои-то веки нужен коп. Меня доступно это автомат для выдачи талонов. А меня бы устроило оставить записку и свалить с этой скалы. Так, ладно. Гляньте. Монитор показывает 9 человек впереди, но здесь никого. Так, ладно. Хочешь пить, да? Кажется, эта машина не работает. Может, закончился нужный вкус? Так, ладно. Мне это не нравится. Давайте все же откроем эту дверь. Ну, я ее взломаю. Но панель там, а мы все здесь. Ты осмотрел другие комнаты?
Отлично. Что-то у нас здесь есть воздуховод. Может, подойдет? Давай. Да, может. А может, он ведет в ангар? Ты сможешь здесь пролезть? Если откроешь. Я не настолько гибкий. Так, ну давай, открою. Так, а как следует открыть? Выплатить штраф, а не увеличивать его. Мы не просто вламываемся. Мы обеспокоенные граждане. Мы не граждане Ксандера и не члены корпуса Нова. Я даже не знаю. Ну-ка, давай. Заткнись! Сходи, выломай-ка эту дверь. Труд говорит, что в комнате управления есть воздуховод. Если он есть и здесь, я смогу пробраться. Так, это что такое? Давайте прочитаем. Золотой страж, центурион Карл Лос. Глава 3. Карл Лос подступил к командному центру Нексуса, глубоко вздохнул и призвал миросознание. Миросознание требовательно космодировал он. Ах, золотой страж, с тоской проворковали они холодным, бесстрастным голосом. Разве ты не должен быть на патруле с Новой? Вы знаете, почему я здесь? Ответил он настойчиво. Они обольстительно задрожали. Мы не думали, что ты заметил. Вы знали, что светитесь ярче, когда видите меня, спросил он. Мы коллективные умы и сердца миллиардов. Лакор, любой роман между нами не поддался логике, сказали бы они с грустью, но также нерешительно, как будто требуя опровержения. Вот мое опровержение, крикнул Калор. Я золотой страж, мое сердце горит от любви ко всем скандарианцам. И мы все скандарианцы, это разумно. Лакор тепло улыбнулся. Очередная победа. Хрень какая-то. Видимо, тут какая-то история замешана. Купишь мне баночку звездной мощи? Машина не работает. Ежи давай. Кого-то открыть. Мы повредили собственность корпуса Нова. Ничего страшного. Чуть-чуть. Так, ракета, проверь, ведет ли воздуховод в ту комнату. Что-то странное в системе питания. Работает только... Так. Я передаю схему на твой визор. Ну это что такое? Это возможно. Разберись с целью, скажи мне, где переключить. Надо выбрать, куда перераспределить энергию. Блин, ни хрена ты. Смотри и восхищайся. Так. Упс. Что упс? Ничего, порядок. Главное не трогать. Есть. Эй, типа... Подожди. Закрывается. Квилл, мне тут не хватает питания. Подожди. Эй, тут туалет. Никому не надо. Это что за костюм? Кому? Ну вот. Нет, вроде как... Ничего не делает. Ха-ха-ха, умно. Но вы не подумали об этом. Так. Ща разберемся. Ага, подожди. Вот так это действует. Да, блядь, конечно могу. Ай, хвост тебя дери! Я есть Крут. Я не напортачил, я кое-что перенаправил. Преждевременно. Так. Что ты творишь, Питер? Соединения не было. Думал, это поможет. Нет, не помогло. А что должно было быть? Вуаля. Чего-ля? Ну, типа... Вуаля. Яснее не стало. Дверь открыта. Дремучий. Как бы сразу и сказал. Тут подозрительно тихо. Верно. Так, что это такое? Эй, Нова! Мы хотим выплатить штраф и избавиться от вашего вмятского трекера. Эй! Давай. Кто-нибудь! Что они делают? Сканируют друг друга. А зачем? Зачем, интересно? Они свихнулись. Так, а здесь что у нас? Подождите. Не может быть все так дремуче. Давай зайдем, посмотрим. О, доставка посылок. Центурион Викар. Напоминаю своему персоналу, что предназначенные вам лично посылки не должны доставляться в регистратуру. Ой, простыл.
размножающиеся кристаллы, это здорово, ровно до того момента, пока они кого-нибудь не съедят. Да, успокоиться с миром рядовой Ирод. И Ирод, царь такой был, Ирод. Детей перед, это, переубивал, чтобы Иисуса найти. А, все доставленные в регистратуру личной посылки будут сразу возвращены отправителю. Исключений не будет. Так, а тут можно что-то еще сделать? Компьютер вызвал корпус снова обратно на Ксандр. Или все? Мне кажется, скорее все наоборот. Нет, смотрите-ка, все. Связь с миросознанием. Так, это ладно. Вызвало панику, и они эвакуировались. На момент прибытия Карел все было нормально. Вдруг они на корабле? Да, и все целуют задницу твоей бывшей. Получилась бы очень длинная очередь. Ой-ой-ой-ой. Вы слышали? Так, этого робота передавило, смотрите. Бедный малыш. Это вещь. Твое сочувствие не умеет. Так, ремонтный автомат. Я наполовину вещь. Кто? Помнишь? Забыл. Вот, опять. Это что? Ремонтный автомат. Возможно, в комплекс пробрался смертоносный убийца. Не смотри на меня. Не смотрю. Так. Мы просто проигнорируем его вопли? Нам не до чужих проблем. Своих хватает. Но хоть в этом мы согласны. Подождите. Если это не поможет вернуть мой корабль, мне все равно. Мой корабль. 1, 2, 3, 4. Нет. Это что такое? 4 единицы. Нет. Так, дверь не откроется. 4, 2, 1. Это что у нас? Так, указатель. Если вот так. Мять. Что не так? Смотрите, какой красивый космос. Космос — это просто космос. Такая аллегория, да? Ладно. Эй, я здесь! Привет. Вы не Нова. Не могли бы вы подойти. Что такое? Автоматический курьер. Нужно поговорить. Ну говори. Ты в костюмчике. Вытащи меня отсюда. Мне здесь не место. Да. Слышь, ты землянин. Я тоже. Нужно помогать друг другу. За что сидишь? Что? Да так. Просто спутали. Спутали с тем, кого не понял. Никого нельзя оставлять голодать в камере. Как-то же они открываются. Должен быть переключатель. Ну, с другой стороны, да. Откуда я знаю? Хотел помочь. Так. Повествование камеры. Понятно. Но я не хотел у тебя туда упекать-то. Ладно. Нет, я так и знал, что там ни хрена не получится его так. Землянин. Спрятали за мусоркой. Нова. Нет, не получается. Ну-ка. Пойдем. Пошли, пошли. Привет, приятель. Эй, теперь ты куда? У меня есть права. Это место навевает воспоминания. Так, права у тебя есть. Снова Питер Квилл. Что? Нет. Но был на опознании. Что это за... Раз или два. Ага, в понятно. Общем, хорошо быть с этой стороны. Давай сначала с тобой, ракета, поговорим. Что ты делаешь? Я подумал, раз уж мы все равно здесь торчим, почему бы не покопаться в секретах снова? Может, ну? У них даже есть что-то на Гамору? А, вряд ли. Чего? Ничего.
Так, ладно. Так, продолжаем, продолжаем. Повернуться к нищете? После этого у нас что-то еще останется. Грут, блин. О, нет, стой. Говорю вам, я знаю парня, который... Я что-то взял. За половину штрафа. Это что такое? Это про Грута. Подождите, это какое-то то ли растение, то ли что-то поделка какая-то. Она не необитаемая. Даже не знаю, ладно. Возьмем. Так, найден коллекционный предмет стражи. Вы нашли материал. Так, вы сможете обсудить находку с Грутом, когда... Вдруг какое-то растение. Вот и теперь с Грутом могу обсудить уже что-то. Может, еще что-то здесь? Так. Что это с ним? Мотает по кругу. Сбой поведенческого протокола. Робоверсия вас двоих? Робоверсия. Хорошо, он не разбрызгивает. Стоять. Собираем. Что могло произойти, чтобы отозвать всю станцию? Я сказал, что их отозвали. Может, распустили? Всю станцию? Ну давайте. Центурион Вика. Этот гражданин попался при попытке выдать себя за рядового корпуса Нового в публичном доме на контраксии. Судя по его униформе, если ее вообще можно так назвать, некоторые части он либо добыл незаконным путем, либо приобрел у сомнительных дельцов атрибутикой. Остальное... Сложно самостоятельно. Считаешь, это, наверное, отряд, который в подвале томится. Ого, а это в доме, который построил Джек. Ну, теперь это не наши проблемы. Если мы не встретимся снова. Так, а я могу и нет это освободить как-то? Тут где-то что-то такое есть? Слишком тихо. Мы слишком много Ладно. Говорим. Дракс прав. Заткнитесь все нахрен. Я Смотрим. Себя ощущаю, словно в доме с привидениями. И ты при этом не хочешь сбежать? Не работает. Но шахта не перекрыта. Можем скарабкаться. Ты хочешь пройти по этой штуке? Она выдержит нас пятерых. Так, а что это такое? Повествование. Так, неработающий лифт. Скоро починим. Ага, как же. Меня кое-что беспокоит. Помимо всего этого... Если связь с миросознанием утрачена, почему никто не прилетел с Ксандера? Может, прислали подружку? Так, читаем. Нет, Надежда Халы была... Глава техобслуживания Дуга. Все, с меня хватит, я уже черт знает сколько раз повторял. Не прыгайте в этом долбанном лифте, не прыгайте. Это 7-й запрос на обслуживание. 7-й. Я посылаю официальную жалобу миросознанию. Посмотрим, как эти самоуверенные вояки корпуса Нового понравится большой и толстый выговор с занесением. Поверить не могу, что мне приходится этим всем заниматься. Ну, не верь. Жалко тебе, конечно, да? Твой труд не ценят и не уважают. Так, сюда мы не идем. Только не падай, только не падай. Так. Ну, пойдем смотреть. Я официально заявляю несогласие с проникновением в комплекс корпуса, но... Эй, черт! Так. Ого, жутко. Эй! Так, ладно. Блин, я даже не знал, что сюда надо, ладно. Вот я лоханулся, тоже мне капитан. Ничего страшного. Будем считать это. Воу-воу-воу! Пока много роботов! Или это не роботы? Костюмы? Проклятие! Ой, какие же у вас лица! Прям как дети! Нет, испугался. Это что? Броня Центуриона! Ладно. Не стесняйся, Квилл, примерь. Настоящему воину броня не нужна. Так. Ты в нее все равно не влез. Правда? Можно примерить? Ха, если хочешь растечься лужей слизи, они генетически закодированы миросознанием. Хочешь сказать, у миросознания есть генетический код всех центурионов Нова? Ага. И жуки а этот почему нет? Против них в войне. Но этот суперкомпьютер не взломать. Поверь. Двоих нету. Заметили? Ну, мне кажется, больше двух.
Вон там еще одного нету. Так что? Как думаешь, сколько за такой костюмчик отвалят на черном рынке? Даже не думай об этом. Ты не собираешь? Я просто спросил. Какую-то штуку взял. Вау, стандарт, компонент. Так. Ладно. Вроде это единственный путь вперед. Ты слепой? Я не хочу, чтобы меня разрубило пополам ради того, чтобы твоя подружка тобой гордилась. Да. Удивительно, что дверь взвесилась. Так, надеюсь, удержится. Так. А почему тут отдельная комната? Это мастерская. Знаешь, говорят, они покрывают их каким-то умным ксандерианским металлом. Металл не бывает. Поумнее некоторых. Металл не бывает умным. Так. Какую-то штучку я забрал. Перед тем, как что? Сделаем непоправимое. Ракета? Примерно так, да? Но их надо разблокировать. 600. Вы расходуете меньше заряда при стрельбе. Давай. Вот и маленькое чудо. По порядку. 9 из 15 разблокировано. Неплохо. Так что пока меня устраивает. Так. И у нас остается только... Только двое. Два варианта. Это вот эта штука и костюм. Так, я не понял, что такое. Так. Галактик обслуживает угар авторизированному персоналу корпуса НОВА. Пожалуйста, не пользуйтесь костюмами, которые стоят 200 тысяч юнитов каждый, чтобы жарить чога-доги или дурачиться в невесомости. А также для спортивной стрельбы. Это не игрушки. Ну, правильно. Стоят. Делайте это для себя. Почему вы все продаете? Я мог бы справиться с Центурионом. Знаешь, однажды я дрался с Миллинианом. Центурионы так? Крепче. Крепче? В смысле? Расскажи. Нет. Так, мы же пришли отсюда, да? Отсюда. Так. Это что такое? Так, давай сканер диагностики. Так. Это больше полумиллиона юнитов в одной этой комнате. Вдвое меньше, чем награда за тебя, если ты их стащишь. Я сам же что ли собираю. Даже не знаю, что мне тут делать надо-то. Так. То, что... Все так аскетично. Должно быть стать центурионом. Значит, мне... Не то слово. Каждый Нова Прайм избирается именно из центурионов. В Кататианской почетной страже есть похожий обычай. Подожди. Нет. Ну ладно. Опять пусто. Должно быть какое-то объяснение. Надежда Халы — большой корабль. Может, они все там? Или, может, тут все вокруг заражено вармирианской оспой? Я начинаю чувствовать так. Небольшой зуд. Ага. Что это а такое? У меня тут заноза в заднице. Добро пожаловать. Так. Курьер. Не получается, ладно. Елот, разберись. Поколдуй. Нет. Что? Я сказал нет. Когда ты придешь в себя, Квилл? Я есть Грут. А потом он протащит нас через полстанции, если мы ему позволим. Вот. Что не так-то? Почему нет? Гамора, помоги мне. Не знаю, Питер, он прав. В какой момент мы остановимся? Когда кого-то найдем. Грут, поговоришь с ним? Я есть Грут. Нет. Выламывай. Ты не вскроешь эту дверь. Это незаконно. Тебе лучше попросить грызуна. Так, это бунт.
Ладно. Еще одна комната. Если мы так ничего и не найдем, уходим, хорошо? Ладно. Еще одна комната. Не две, одна. Бунт какой-то устроили мне здесь. Ну, салаги. Так. Силач. Если чё. Давай, тебя не так легко убить-то. Поэтому ты будешь первый. Кто пузом своим прикроет меня. Так, это мне не нравится. Дверь оторванная закрыта, голова. Обратно мы уже не выйдем. Я думала, у Нова больше кораблей. Слышал о них дефицит кадров. От кого? Птички. Напели. В смысле, знающие птички. Питер Квилл. Я вот что нашел. А зачем ты одел-то? Всякую гадость на себя одеваешь. Один. Прием. Проверка в секторе 1 завершена. Уровень принятия 75%. Как она и обещала. Верьте. Обещание будет исполнено. Следуйте в сектор 7. С верой. Что ж, прекрасно. Мы не одни. Идут переговоры. Пусть вернут мой корабль. Мой корабль. Но есть подвох? Ну, похоже, они ищут что-то или кого-то. Так вот, почему здесь пусто. Да и хвост с ним. Зови кумпологоловых сюда. Обещание будет исполнено. Следуйте в сектор 7. С верой. Эй, слышно меня? Давай. А он включен? Мы ищем Центуриона Карел. Кто это мы? Стражи Галактики. Нам нужна Центурион Карел, штраф заплатить. Приветствую, Стражи Галактики. Я с удовольствием помогу вам. Где вы находитесь? А где бы я знал? На какой-то наблюдательной станции. Принято. Оставайтесь на месте. Мы придем за вами. Придем. Ну, что сказали? Придут к нам. Так, сразу не уверен, что разговор с голосом из шлема был хорошей идеей. Ну, я знаю, что был нехорошей идеей. И что теперь? Где Центурион Карел? Уверуйте. Сейчас ее с нами нет. Уверовать? Правда? Мне кажется, или они светятся фиолетовым. Я не верю им. Если Давай. Есть запасной план, пора его осуществить. Я есть Крут. Так. Идемте. И все прояснится. Да без проблем. В смысле здесь нет Центуриона Карел? Ее корабль пристыкован снаружи. Я понимаю вашу тревогу. Мы умиротворим ваши беспокойные души. Что значит умиротворим? Стражи Галактики. Мы отведем вас на Надежду Халы. Тогда и вы обретете веру. Надо вернуться на корабль. Еще бы. Я есть Крут. Давай. Ну что ж, время пострелять. Очистите! Давай! Вы уверены, что это будет? Давай! Оставили нам выбора! Да! Готовься к смерти! Никогда не стрелял с летящего такого! Да! Что все это значит? Ну чё, идиоты что ли? Ещё один полоумный солдат корпуса погиб! У тебя не остановить! На! Вот куда они все сели! Да. Это не весь корпус снова! Конечно, не весь! Вау! Это отразится на нашем штрафе! Думаю, это уже не важно. Раз двери хана, мы выйдем тем же путем, каким они вошли. Так что готовьтесь к драке! И вообще, да я-то готов. Почему они светились фиолетово? Колдовство. Так, это что такое колдовство? Опять колдовство, планетарный сканер. Так. Давайте прокачаем. У нас есть прокачка. Кого прокачаем? Грут, мы у тебя не прокачивали. Ну. Вот так. Почему? Не-не-не-не, прокачиваем Грута. Так, а у меня-то что? Прокачивать. Разрядить барабаны. Ой, успеется. Так. Пойдем. Ракета, ты знаешь болезни, из-за которых начинают светиться? Лобковые клещи, но от них светишься.
Надо найти Карел. Она должна знать, что происходит. Если она тоже не попытается нас убить. Да не попытается. Нет, она не станет. Она-то не такая. Кажется, будет драка. Уже началась. Плохо. Вмять. Нова бьет Нова. Кто победил? Вот это кто победил? Нет. Дело плохо. Мы на беду. Я не хочу ждать здесь смерти. Но у нас нет особого... выбора! Дурья ты башка! Помрешь же! Питер! Мы что, стреляемся? Не забудь сформироваться! Давай! Мы не можем ему помочь. Я, блин, его не брошу так. Они не знают, что пропускать. Ничего, придет и их чай. Ай-яй-яй-яй. Не верю, что ты прыгнул. Не прыгнул. Следил. Да подожди, подожди. Кавалерия прибыла! Так, да. А вы оба еще живы! Давайте закончим начало! Давай! Ты прав, дружище! Бум! Ну-ка, давай-ка испытаем твои новые! Вы порочите принципы органов закона! Может, за такое они спишут наш штраф! Давай! Дальше, Мита! Вау! Мита, пожалуйста! Спасибо, Гамора! Ты думал, я только так умею? Надеюсь, в корпусе Нова хорошая страховка. На. Дракс, на 12 часов. Причем тут время? Там, убей, быстро. А, так информативнее. Еретика должна сгинуть. Ну-ка, поймай-ка мне его. Они даже не похожи на корпус Нова. Вдруг их загипнотизировали. Практически. Давай. Гамора, рек! Последние слова. Ракета, они не рассчитывали в небе Дракса. Ходячая гора из мышц на цель наступает. И показалось слишком. Ой-ой-ой-ой-ой. Эй, Квилл, наш зеленый круг в отключке. Давай, Гамора. Вот так. Захренащи его. Наконец-то. Как меня задрали эти бомбы. Пока... Крут, нам нужно... Подержи-ка его. Я не хочу закончить так же, как эти из корпуса. Давай, здоровья. Это же гражданская война. Получили, получили. Мы выиграли, выиграли. Я не Мне понял, что такое было. С Центурионом Карел. Может, ее они и искали. Питер Квилл, допусти меня на этих плутал. Давай, давай, давай. Может, кто-то да. Не понял. Ты чё? Аполлону, что ли? Надеюсь, это нам потом не аукнется. А еще и вот так давай, можно, да? Еще и отхватить можно. Да. Давай, да. Мило бросается взрывчаткой. Получил. Завалил одного психованного копа. Квилл может смотреть на копов. Пальца нам. Наверное, сломает этот немецкий щит. Давай. Вот чёрт. Квилл взорвался. Вот умора. Пригнись. Так, ну-ка уйди. Надо вот эту хоть сбить. Я что-то не пойму, что там вот эту штуку, наверное, электрическую сбить. Которая поймала в сеть, я не знаю, как понять, как правильно. Ну, короче, в свою электрическую, электромагнитную хрень. Которую поймала. Надо было сбить. Я так думаю. Ладно. Уверен, что... Будьте здоровы, живите богато. Так. Ну, давай быстрее, прогружайся. На 12 часов. Причем тут время? Там, убей, да, блин. Быстро. А, так информативнее. Еретики должны сгинуть. Давай.
Сделай это, здоровяк! На! Уничтожь их, ракета! Давай! Твой выход, Гамора! Клинок тебе в горло! Давай, держи его! Время обнимашек! Да спасай их! Значит, ждем тебя! Ну ты чё? А, еще не отошел. Так, давай! На. Это мне по душе! Ломай ему хребет! Молодцы, ребята! Кажется, его мины нас теперь не потревожат! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Давай! Хорошая стрела! Да. Зажигай! Моя погибель близка! Я из Грут! Я из Грут! Я не знаю, что с ними! Прут сюда! Давай, давай, все. Давай! Бум! Покажи! Получи! На! Блин! Давай-ка, выруби кого! Умри! Гамора! Рез! Да! Это летучие мины! Получи! Надо успокоить его! Убейте оборудование этого гиганта! Так, ну-ка давай-ка еще разок. Квилл подорвался. Вот умора. Тебе стоит избегать этой электрической магии. Подрывай. Да, да, да. Вы еще ракету брать не хотели. Ну-ка давай. Не могу пробиться сквозь него. Да-да-да, вместе. Стоп. В следующий раз сам разбирайся. Да. Спасибо, приятель. Осторожно, приводили. Так. Ты знаешь, а ты не можешь мне еще помочь бомбами? Ну-ка. Покромсаю. Запускай, драк. Обычные удары его не берут. Предатель поставил. Обычные его не берут, зато такие возьмут. Да? А вы думали, он хилый парень? Нет. Мощь. Необузданная мощь в нем. Думаю, сегодня мы штраф не заплатим. Неужели? Ну, разумно. Капитан Очевидность. Ребят, корабль Карел в двух шагах. Мы должны лишь... Что? Что мы должны сделать, Квилл? Целый полк двинутых космокопов чуть в порошок нас не стер. А теперь ты хочешь получить добавки? Эх, да, твоя подружка в беде. Я не этого добиваюсь, и она мне не подружка. Сино, ты чё на всех лезешь-то? Единственная цель всего этого — вернуть наш корабль. Найдем Карел, а дальше хоть трава не расти. Ты прав. Потом и не вырастет ничего. Мы не подписывались на то, чтобы идти через всю галактику на поводу Кополёба. Я есть Грут! Так. Да ладно. Что за шутки, Карел? Иди в стражи, сказала она. Полезно для психики, сказала она. Что-то не то. Что-то короче, не то. Слушайте сюда. Мы с Грутом сваливаем с этой каменюки. Если кого подбросить, давайте с нами. Все остальные идите нафиг. А я тебя поддерживал все время. Я предпочту план Грызуна. Мы попытались. Преследуйте еретиков! Все должны принять ее дар! Если эти придурки хоть что-нибудь сделали с кораблем, вина на тебе, Квилл! Ну давайте посмотрим. Ракета, ну хватит! Да хватит! Говорил же, надо уходить! Мы уходим, я согласен. Найдем Милана и... Нарушители в ремонтном отсеке! И постараемся не сдохнуть. Первые разумные слова за весь цикл. Так. Что-то могу подобрать?
Найти нарушителей, не дать сбежать. Как всезнающее миросознание не предвидело такого? Это же компьютер, да, а не бог. Думаю, эта хреновина сама за всем и стоит. Я сомневаюсь. О, взял. И сюда. Сюда. Идем. Что, енот? Зачистить сектор 7. Нарушители в отсеке С. Придется прорываться с боя. Это за то, что не отдали заплатить штраф. Ну-ка на, вот. Ой, теперь они знают, что мы здесь. Мы не позволим им предупредить остальных. Давай. Хватает, друг. Блин. Давай сюда, мой инок! Пусть летит, Драк! Вали их всех! Безумию положен конец! Давай, здоровяк, покажи им, кто тут главный! Невероятно! Я думал, сможем вот выйти. Вот это толпа! Это не похоже на толпу! На! Получил! Да. Ну-ка. Покажи, что умеешь. Сейчас устрою. Вы знаете, что вы светитесь, да? Хорошо, я это хоть не заразно. Блин. Вперед, круг. Раз, швыряй. Куда мы идем, ракета? Даже не начинаем. Да ладно. Мы спустились на лифте, а теперь придется подняться. Народ, летучка! Так. Я до летучки добрался. Мы и так всех победили вроде. Чего же мы ждем? Не то нажал. Крови. Меч тоже. Я хочу ворваться в толпу и оставить после себя гору трупов. Давай. Ладно, слушайте. Близок финал, отриньте страх. Ведь мы из глубокого космоса. Что? Я не из глубокого космоса. Так давайте соберемся и покажем им, как надо сражаться. На все 100 превратим их в решето. Кто со мной? Подозреваю, что нас пожарные пиццы. Короче, они меня бросили. Ну и такое бывает. Вы знаете, что вы светитесь, да? Возможно, это биолюминесценция. Вау, какие слова-то знают. Сделай да. Из них врагу, Гамор! Осторожно, так. На поворотах! А тут... сначала тут никого не было! А тут никого и не было! Вы откуда пришли-то? Осторожнее с бомбами! Эй, Квилл! Куда? Хочешь увидеть салют? Я искру! Нет, так не пойдет. Так. Корпус снова точно наш враг? Сияние! Знак отличия плохих парней! Вот, ну это правильно. Это я уже сам понял. Вот это толпа! Не будем тут задерживаться! На! Ага, значит он еще просто меня побить может. Корпусом нового была славнее! Да уж, это не очень! Вот! Так, да подождите вы. Я-то здесь за запчастями для прокачки. Потому что они с катушек слетели. Ну давай. Фантастика, просто фантастика. Вот вам и заплатим штраф. Да. Я не могла проиграть этот бой, а он мог. Нападение – это лучшая защита. Да. Пары! Я спасусь! Эй! Вы знаете, да, что здесь? Да? Хорошо, это хоть не заразно! Все, что? Этот шепнутый больше не будет гудеть! На! На! Вау, как я его вынес!
Невероятно. Я есть Грут. Пока да. Не будем медлить. Я от этого денька ждал совсем иного. Так, а куда мне? Вы бы показали, пальцем ткнули направление. Ракета, ты не можешь на меня вечно злиться. Поспоришь? Уже поспорим. Может, перестанешь раздражать меня, пока мы не смоемся с этой скалы? Ладно, подожди, перед тем, как мы туда зайдем, посмотрю здесь сначала еще. Хорошо. Давай. Эй, ты сказал нам наверх, да? Еще выше, но пока сойдем. Так. Что мы имеем? Не думала, что снова буду драться с корпусом. Они уже не корпус снова. Это не считается. Но кто они? Или что? И что за свечение? Хоть раз, давайте не будем соваться. Давай. Костюм. Для Грута. Нет, он у меня и так крутой. Мне долго еще слушать, как вы двое припираетесь? Так. Мы не припираемся, а выражаем несогласие. И он первый начал. Первый начал, второй начал. Мы пройдем здесь. Я есть Грут. Стеснешься, подберись. Первый закончи, значит. Пойдем. Все увидят! Все уверуют! Ты думаешь, что происходит на всех станциях корпуса Нова? А, блин, ты енот! Может, Карел вернулась на Ксандр, чтобы отчитать? Блядь! Это что за хрень? Во что мы вляпались? Посмотри, а это что-то большое, смотрите! Похож он на Нова! Это колдун! Ни хрена себе! Магия течет к алтарю! Но магии не существует, да? Пошли, пока эти полоумные нас не заметили! Что это такое большое там? Мне с ним драться придется, по ходу дела. Мы будто наткнулись на жуткий культ. И это не наша проблема. Наша, раз они захватили корпус Нова. Нет Нова, нет штрафа, нет проблемы. Да сейчас. Надо кому-нибудь рассказать. В дневник запиши. Пошли, нам вниз. А откуда ты знаешь? Ниоткуда. Просто хочу уйти подальше от этих ненормальных. Так. Здесь что? Дверь закрыта. Я сказал, вниз. Там что-то есть, ага, еще и драться придется. Вон, бочки приготовили уже. Вниз. Спускайте, сейчас я скоро приду к вам. Давай. Нет. Закрыть станцию. Все должны принять или скинуть. Долг корпуса Нова защищать жизнь, а не уничтожать ее. Скажи это трупам в ремонтном отсеке. Давай. Я рад, что ты с нами. Что плохого в проверке? Что плохого? Да! Давайте выплатим срок! Давайте отплатимся! Давайте наткнемся на пункт фанатика! Так. Ракета, взломай. Я разберусь с дверью. Давай, вот ты должен... Да! Ее заняться! Смерть неверная! Смерть неверная! На! На! Следите за этим здоровяком! Нам сегодня так везет, он явно где-то рядом! Давай! Ты думал, а поздно спохватился! Макара! Давай! Спокойно. Да. Мой контракт! Ты съедешь в мука! Ой-ой-ой! Если найдут, то виноват будет Квилл! Пока, болван! Блин. Это прям смерть с небес! Лично я не собираюсь умирать! Давай! Очередной обезумевший солдат встретил свою смерть! Давай, здоровяк, порви! Смирись со своей судьбой! Или умри!
Здесь шагу лишнего не сделаешь из-за этих двух. Стало как-то тесновато. Не спалю, на. Эта позиция стратегически невыгодна. Отпустим их к нам. Давай. Надеюсь, здоровяк не будет драться. Да. Если что, пусть с ним Квилл разбирается. Бежим, Крут! Электрическая магия колдуна раздражает меня. Да. Надо нам вместе. Капнем его. Давай. Как заново родился, да? Блин. Из-за этих бомб мне тут развернуться негде. Пусть предатель познает силу нашей команды. Руби на кусочки. Давай. А теперь к делу. О, я обычно со центурионов не люблю. Радуйся, что их тут нет. Да. Так, в рукопашку мне не лезть, понятно. Время большое. Они видели, что мы за ними следим? Да не знаю. Они здесь. Бомбы не помогают. Да. Бомбы не помогают. Сейчас мы его расхреначим толпой тут. Наконец. Даже зайцы толпой льва захреначивают. Ты точно ее откроешь? Ты теперь каждый раз будешь во мне сомневаться? Да я не... Есть! Пошли! Давай, нет, теперь... Так, у меня-то что? Разрядить барабаны, нет. Давай, вот, здоровяк. Что ты можешь там... Это что такое? Вау! Вот и все. Так, про себя я пока я молчу. Я просто... Так. Разрядить барабаны. Двери забаррикадированы. Хоть кто-то пытался сопротивляться. Это им не помогло. Мы этого не знаем. Не кто-то помогло. Мог остаться на станции. А может, это были те, кто сбежал на Надежде Халы. Да мы же сами все видели. Так. Компологоловые едва успели выстрелить, когда эти светящиеся с ними разделали. Гамора права. Я надеюсь, что так. Не все же погибли. Ага, большинство переметнулось. Кто-то точно сумел сбежать. Я своей бывшей любовнице... Это... Притворимся, что не видели. Ну так пошли уже, что ли? Ну пойдем. Следующая остановка — ангар. И какой наш стыковочный номер? R734PL. Ты серьезно? Всегда. Ты теперь мой любимчик, здоровяк. Нет, неправда. Вот он где, мой хороший. Вообще-то это мой корабль, первоначально был. Так, вот так, все чисто. Выдвинуть мостки и... вмять! Что там? Захвата не отпускают. Эти психи включили блокировку. Можешь ее снять? Тогда это не было бы блокировкой. Я удержу корабль и прогрею двигатели. А вы разожмите захваты вручную. Блин, нахера тут на чё? Чёрт не умирать. Ты думаешь, у меня руки такие, чтоб вручную что-то там... Так. Всем верным собраться в центральном ангаре. Коварство. Ничего, мы справимся. Так, зайдем сюда за поворот. Разберемся с этим отребьем. Займись захватами, Питер. Мы тебя прикроем. Я чувствую запах смерти. Их или нашей? Их. Я ведь оптимист. Блин. Один есть! А чё вот так надо-то всего лишь? Истинный корпус снова не пал бы так легко! Да. Хотя бы нет, ты мой гнев! Давай! Не дайте им сбиться в краю! Я думаю... И ещё один! Да, я включил систему Милано! Где мой мугом? Вечная вкусная музыка! У них подкрепление! Хватай, дружище! Давай! Ха-ха! Я уделал этого ненормального! Да! Это сияние загадочно! Да! Хотелось бы узнать, что это!
Не знаю, что с ними, но эти парни хоть куда? Не понимаю, куда им надо? Отлично! Я жажду разрушать! Блин. Мы отомстили за павших из корпуса дома. Да как так-то? Только подержите его. Только я его врежу. В нашем арсенале отсутствует кочерга. Я устранил угрозу. Давай. Возвращайся в битву. Спасибо за помощь, здоровяк. Не хотят они нас отпускать. Хоть кому мы нужны? Это сияние загадочно. Оно просто жуткое. Как мне вот с тобой быть? Дракс, уничтожь его! Надо признать, музыка и куда лучше. Видишь? Знал бы, что понравится. Так, ладно. Бежим. Мы отомстили за павших из корпуса Нова. Но это еще не все. А где захватывают остальные-то? Да. Все, я вправил куку по этому копу. Эти отступники неумолимы. Где еще? Почти готово. Но лучше впереди. Пока выхрени его там. Давай. Жду подходящего момента. Мясо! В мясо. Вот я с тобой полностью согласен. Как там дела, ракета? Это только на захвата. Это сияние загадочно. Оно просто жуткое. Да. Да я ничего не вижу, где вы? Питер, эти психи из корпуса снова прибывают! Мы покажем им ошибочность их путей навсегда! А куда мне? Где? Не вижу, где еще? И включи музыку! Больше ты не будешь позорить силу Нова, предатель! Тебя не остановить! Да! Питер Квилл, напусти меня на этих глупцов! На! Полетите! Ай-яй-яй! Не знаю, что с ними! Не понимаю, куда им надо? Да что это? Твой выход, Гамора! Надо признать, с музыкой куда лучше! Я бы предпочел катапианский. На-на-на-на-на-на-на-на! Дракс, наваляй! Смотреть будешь, когда запустишь двигатели! Тихо-тихо-тихо! Пришпиль его, Грот! Вроде все. Не хотят они нас отпускать! Хоть кому-то нужны! Где? Где еще-то? Я так уверен, что... запавших из корпуса Нова. Надеюсь, вот они. Карел с Никки улетели! Внимание! Все, давай! Так. Нужно сообщить властям о происшествии.
Мой корабль! Сколько я, интересно, там забой-то себе взял? За меня это сделаешь! Или ты сколько бы не уничтожал? Блин, я думал, у нас хороший куш сорвал, думал. Давай! Пошли, пошли, пошли! Идите, я их задержу! Давайте! Улетайте! Грут! Блин, такая дыра в камне. Как это, технологическое отверстие. Ну, сейчас надо искать корабль с этим колдуном. Что дальше? Направимся на Контраксию. Поболтаем за кружкой холодного кататианского отвара. Отвара. Я не против, но... Девочка. Надо сперва сообщить о том, что мы видели, так? У тебя нет других проблем, Квилл? Идем, Грут, нас дела ждут. Ракета! Ракета, блин, да что с ним? Этот выродок не бывает довольным. Ракета в чем-то прав. Связь накрылась, времени все меньше, а Корел может быть где угодно. Расклад не очень. Мы между молотами ковальными. Ковальными. Между молотом и наковальней. Я это и сказал. Как же нам нужен выходной? Ну, Контраксия? Да сейчас. Предлагаю лететь на забвение. А, тоже подходящее место для обильных возлияний. Доложить об увиденном. Слушайте, мы с Космо давно знакомы. Он глава охраны. Он проинформирует об этом, кого следует. А трекеры штраф? У ракеты друг на забвение. Мы двух зайцев убиваем. Ладно. Задам координаты. Давай. Шевели батонами. Ты бы помирился с ракетой. Я же еще и виноват. Вы все ссоритесь, я его поддерживал. Поддерживал, блин. Сейчас я ему еще и костюм сменю нахрен. Пока не заработал. Встаем. Где ты? Так. Ну, на тебе обратно твой костюм. Питер Квилл, как именно убийство двух зайцев поможет нам? Еще в очках, смотрите. Эй, Дракс, ты в порядке? Тебе должно быть не по себе из-за того, что пришлось драться с копами на станции. Не беспокойся. Мне просто нужно время, чтобы привести мысли в порядок. Да. А какие не мысли у тебя там? Нет мыслей. Не думал, что придется драться с корпусом. Те бойцы действовали не как офицеры корпуса Нова. А жрецы... Это очень тревожит. Так. Сначала зайдем. Если бы Квилла волновала команда, он не стал бы пришать под сутку своей быстро. Себе нет, надо, значит, Гаморе. Я чуть не сдох, пытаясь вернуть корабль. Я чуть не сдох. Так. Я не понял, я могу же поговорить с ней, только что мне надо взять в руки. Давай, для начала вот это возьму. Так. Не оно. Эти синекожие придурки умеют только арестовывать. Иду к себе. Это мы уже тоже смотрели. Квилл думает только о себе. Эти двое ничуть не лучше. Нет, ни хрена не так. А, с Грутом я могу уже поговорить, точно. Блин, я думал, с кем. Ладно, но Эй, парни! Что там? Ничего, Квилл, ничего. А что случилось с Грутом? Ну, у него дефоляция сезонная. Я знаю, что ты врешь. Вы что-то задумали.
Наши планы тебя не касаются. Отвали ты, Квилл! Отвали. Убийца, ты считаешь, что события на скале можно считать мятежом, верно? На мой взгляд, да. Даже если бунтовщики так были под воздействием неизвестной силы? Это не меняет того, что они не подчинились приказам и стали убивать сослуживцев. И это так мягко. Не хочет, значит, разговаривать. Ладно. Недолго он простоял. Ну, правильно, это лама-то скоростная. Что за кусок? Спрошу у Грота, как освободиться. Да, так это вот я по этому поводу и пришел. Вряд ли мы лишились бы связи, если бы оставили ламу тут. Так, связи нет. Ну вот это, что у нас? У Грота, небось, приятный, звучный голос. Переводчик, точно. Там уж переводи на свой лад, как хочешь. Сделаю, нужно очистить разум. Как же не сделать? Книга не помогает. Ладно, не булькай. Нет, совет, мне не хватит ничего, компонентов мало. Эффективные планетарные боевые тактики галактической войны от мира сознания. И чем это поможет очистить мало разум? Ничем. Это тоскливое чтиво. Пойдем. А координаты? На твоей консоли. Понял. Вперед на забвение. Меньше трепаться будем. В бою померимся. Все, по местам, дамы. Поедем. Ух ты. Это мост Эйнштейна или что? Гиперпрыжок. Забвение. Последний кмопорт на отшибе вселенной и место лучших сделок на черном рынке. Вообще что-то на живое похоже. И на удивление вкусной лапши. Глянуть бы на того, кто нашел ее и крикнул: «Ого, отрезанная голова гиганта Целестиала! Проделаем в ней дыры и будем жить!» Им нужна была мозговая ткань. Очень редкая, очень ценная. Рынок появился позже, как и лапша. Ни хрена себе. Какой же он там был, если это только голова? Этому Космо точно можно верить, Питер Квилл? Конечно, он ведь глава охраны. На забвении. Так-то, смотрите, красиво все так. Вероятно, он все время на связи с корпусом Нова. Поверьте, он еще поблагодарит за наводку. Давайте. Что они там делают? Задумали аферу. Они корабль, наверное, угонять хотят, пока нас не будет. Прощайте, выхвости! Или что-то забрали с корабля. А ракета с Грутом правда ушли? Да. Похоже на то. Куда они пошли? Ну-ка, от ради интереса. Ты последним с ними говорил. Пожалуй, да, не стоит, пока ракета был взбешен. Ладно. Свалили и свалили. Веди себя прилично, пока нас нет. Понял. Может, когда вернемся, попрошу Грута тебя искупать. Хоть вы еще здесь. Я не пропущу твою встречу с Космо. Вы были правы. Похоже, им нельзя было доверять. Я все еще верю, что древо образумит грызуна. Древо самое лучшее. Ладно, так, поговорим с Космо, а потом хорошенько повеселимся. Хоп-хоп-хоп, собрались. Это ступенька. Мы-то всегда собраны. Летаем в голову гиганта. Это, блин, это какая же голова, она как луна, нахрен. Похоже, он сам-то был. Космо нам поверит? Кто еще отрезал-то ее? Знакомы. И он наверняка уже слышал о произошедшем. Мы просто подтвердим слухи. Может, он нас вознаградит. Ага. Не пускает. Маловато будет. Космопорт оживленнее, чем обычно. Война всегда выдавливает бедных к границам. Галактическая сюда? Война закончилась 12 витков назад, а мы все переживаем последствия. Раны заживают. Разведчик М-класса. Это корабль опустошителей.
Да. Был когда-то. Я его позаимствовал. Не видел таких кораблей с тех пор, как корпус снова атаковал базу опустошителей. Думал, их все конфисковали. Так, а ты что здесь? Мне повезло. Пепел падает, не переставая. Что за хрень ты несешь? А мне кажется, это добавляет шар. Ты имела дело с этим косом, убийца? Мы снова вернулись к этой кличке. Констатирую факт, ты и правда убийца. А ты осужденный серийный убийца. Твоего вот сюда, вот. Я помыл их перед высадкой. С такими тяжестями ты с ней попадаешь. Так. Не терпится увидеть разлом. Я подозреваю, что грызун и надо его древесный спутник посмотреть. Это пью. Где бы он взял юниты на это? Не думаю, что он стал бы платить. Так. Не стал бы платить. Достал бы, может быть. Деньги-то у него все равно какие-никакие были. Так. Прыгай. Где бы я была? Ты не он. Хороший космопорт, а большой. Проходите. В смысле, как же? Они ушли. Что мне делать? Искать их и умолять вернуться? Ты мог бы извиниться. Это твой я совет? Извинению не обязательно быть искренним. А какой смысл? Ну, если мы его встретим, в чем я не уверен. Но если вдруг, тогда, может, и извинюсь. Если вот, ракета не вернется, нам даже нужно незаметно, да, было? Избавиться от трекера Нова. Зачем? Мы еще не потратили незаконно полученное. Мы можем выплатить штраф. Что ну, такое? Тогда придется лететь на новый Ксандр. А что, если Ходок там произошло то же самое? На рынке и найдется лаба какой-нибудь лавкач, или способный помочь. Томпов. С такими тяжестями ты спину надорвешь. Ты за мной хвостом ходишь, что ли? Или что, гуляй, ходи. У нас все равно сейчас один путь. Не спеши уходить. Надо только не пропустить, блин. Мне каждая штучка-то нужна. Потому что она прокачивает же. Не думала, что так соскучусь по забвению. Привязанность к определенным местам и людям. Ну, никуда нельзя попасть. Это, на удивление, глубокомысленно. Ладно. Ходим, бродим. На чей-то хер тоску наводим. Сейчас. Туда. Вот так. Потом вот так. И почему мы вечно здесь по работе? Вы не хотите вообще со мной разговаривать? И чем бы ты здесь занялась? Пить, играть, броситься в разлом, в конце концов, веселиться. Я нахожу уничтожение врагов наиболее весомым. Нет, ничего не закончится. Согласна, но этого мало. Чудики. Точно. Они не такие. Пипец. Заметил вас. Давненько не встречал кораблей М-класса. С тех пор как Йонду отошел от дел. Блин, вы все о моем корабле заботитесь. Че, не уж что такие корабли знаменитые. Опустошители. Поди, землюк, я кое-кого жду. Вау, это зверь. Итак, у нас вышла последняя дверь, все, в нее уже то, что можно зайти. Только перед тем, как зайти, посмотрим по сторонам. И как нам найти космос? Пойдем к его башне на дальнем конце рынка. Там его наблюдательный пункт. Логика у тебя железная. Подожди. В лифт они сели. Вперед меня забрались, кстати. Кто командир? Я командир.
А, поговорить поди с ним. Привет, мне нужно поговорить с Космо. Он в башне? Так. Прямо через рынок там увидите. Я могу еще чем-то помочь? Нет, все хорошо. Терминал. Отправляемся. Сейчас высоты посмотрим. А, мы вниз, я думал, мы вверх. Так, и где чего интересного есть тут? Приятно будет повидаться с Космо. Я даже по нему скучал. А как вы познакомились? Он тоже был пленником Читаури. Да мы познакомились здесь, когда я был с опустошителями. Бесчестными ворами и убийцами. Они поступали правильно во время войны. И мерзавцы могут быть хорошими, когда это выгодно. Наши дурные поступки остались позади. Теперь мы хорошие. Точно. Герои по найму. Правильно. Только нас не нанимают. Если повезет, Космо найдет нам задание. Может, даже оплачиваемое. Следите за своими вещами. У этих чудаков очень быстрые руки, знаете ли. А на Земле тоже были предсказатели? Люди, утверждающие, что... Карты знают все. Заплатите, не узнаете прошлое или будущее. Мне хватает и обычного настоящего. Заплатите. Только платите и платите. Говорят, познать будущее, значит познать безумие. Извините, гадалка как-то предсказывала мне будущее. Никто не может познать будущее. Похоже на год. Так. Эволюционируешь. Кстати, не смогли предсказать его гибель. Могу эволюционировать, что ли? Того, что сделал Танос. Безумный титан заплатит за все, что он уничтожил. Его больше нет. Поэт. И что? Лотерейные билеты выгодно. А вот эту штуку я в клетке видел. Ой-ой-ой. Ух ты, вот этот жук-то вы прикольный. Мантис, что ты... У тебя те же суицидальные мысли? Что? Нет. Ха, это та, что боялась работать в команде? Привет. Звездный рок? Или рок-звезда? Я звездный лорд. Точно, лорд. Я забыла, какую из твоих версий видела. Ты уже сделал дело? Какое? На какое дело она ссылается? Да я откуда знаю? Я не знаю. Здравствуй. С тобой мы не встречались? Я... О, нет. Нет, нет, нет. Этого не... О, бедный. Нет, он лжет. В смысле... О, в медь. О чем ты? Там, где растут кадати, обранное обещание дома будет исправлено. Запомни. Что-то предсказание такое. Вмять. Мантис, ты чего? О, эй, Гамора, ты уже не так подавлена. Спасибо. Не бойся, первый раз всегда так. Да. Небесная Мадонна. Бывает. Вмять. Здрасте. Недопустимо вам быть здесь. Как раз таки я там, где должна быть. Кажется. Нет. Да, здесь я и должна быть. Или должна была. Я именно должна. Стоп, вы здесь зачем? Вы опять покинули святилище. Это опасно. Идет брожение в галактике. Че там? Брагу поставили? Никогда не бывает брожения в галактике. Что за детизм? Ладно, раз вы на меня так смотрите. Пойдем. Была рада повидаться, Гамора. Меня обнимай, я лорд. Звездочет. Зеленый из люка. Пока-пока. Звездочет. Слушай, Гамора, вы с Мантис близки. Знакомы. Ясно. Ты уклончива, женщина. Стоп. Так. Женщина? Лучше ты меня еще не называл. Тебе не говорили, что ты как открытая книга? Но ведь в твердой обложке. Я про то, что Мантис кое-что говорил. Мантис много чего говорит. Обычно бред. И он сбывается. Да. Жукоглазка странная. Я понимаю твое нежелание. Жукоглазка.
Мантис странная, но она желает добра. Ну, мне так кажется. Да нет, она действительно добрая. А иначе бы... Как бы она злой бы так долго жила бы. Хватит на меня пялиться. Хватит пялиться. Хочу и пялиться. У Мантис есть своя лавка на площади провидцев? Просто чудо, что эта голова еще не развалилась. Вот через 16 лет голова развалится, что будет? Что Мантис тебе сказала? Ничего важного. Твое лицо говорит об обратном. Ну-ка. Вот они. Эй, ребята! Привет, Грут. Ракета, нельзя меня игнорировать. Мы должны все обсудить. Так, ладно. Дайте-ка я туда схожу сначала. Я отлучусь. Что произошло? Не выпытывай, Питер Квилл. Не ждите меня. Что это за дела? Эй, Дракс! Что случилось? Кого ты увидел? Да прешь, звездный лорд. Сам ты прешь, красный урод. Ты это видела? Без учета налогов каких-то. Все разбежались. Гамора! Гамора! Ладно. Значит, я иду к Космо-1. Так. Ну подожди, перед тем, как идти в Космо-1... Блин, мне бы хоть бы этот... Проблема с Космо-1. Не многовато ли здесь признаков? Да. Эй, ты, стой! Что хорошего у вас есть? Охренеть! Вы что, издеваетесь? И что такое? О, однорукий бандит. Кажется, мой выигрыш не за горами. Ну давай, сыграем один раз. Ладно, разок. Только не лимон, не лимон. Да! Все фиолетовые! Это джекпот! Ну, а, что-то выиграл. Ну и где деньги? Сбой системы? Обратитесь в местный... Да мять! Вы меня за дурака держите? Ни хрена себе. Что там? Он сломан. Вот ведь хрень. Блин, это что за на парк это такая? Выиграть раз плюнуть, а когда ты в шоколаде? Нет, уж спасибо, один раз уже попробовал. Что-то... Классная куртка. Так. Ну-ка давайте-ка еще раз в бар зайдем. Опа. Зайдем. Ты так, мы в ту дверь ходили. Стой, 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 стой. Это что такое? Кто-то подобрал. Как-то слишком цинично. Эгги Нью. Что общего у смертельно раненого Гурума и Барамантло на забвении? То, что они умирают крайне медленно и мучительно. Не поймите меня неправильно, дорогой читатель. Я на забвении не просто так. Но даже мне, большому ценителю самых гнусных рюмочных на свете, не хочется давать этой тошнотворной и безвкусной освещенной дыре, имеющей наглость называть себя баром и одного балла. Потому что это будет означать, что ее можно будет считать чем-нибудь сравнить. Если у Мантло и был бар, то он настолько утонул в сером веществе Целестиала, что его оттуда уже ни за что не достать. Поэтому, дорогой читатель, я предупреждаю тебя, выпивай с осторожностью, если не хочешь оказаться очередной жертвой
энтропии бессмысленности. Я даю этому месту сильно завышенные 0,5 черепа из... Охренеть сколько. Так. И чё? У меня что-то в горле застряло. Может, лучше тебя запить? Так, ну давай. Да, что-то у меня в горле пересохло. Что мне взять? То, что я налью. Тогда наливай. Что нового? Какие ходят сплетни? Ты слышал про Сигнарв 9? Кто-то вломился в крепость королевы чудовищ и ограбил ее подчистую. Ого, вот это да. Говорят, за этого кого-то теперь назначена большая награда. Ну, мне пора. Да. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Здесь у нас что? За этого кого-то большая награда назначена. Так, вот еще одна рюмочная. Подождите. Ах ты, какое закольцованное место. Нет. Нет, ничего такого нет. Ох, у вас их там много. Все, что угодно, все, почти что после угодно. Ремонта, конечно. Почти. После ремонта, конечно. Новые сейчас редкость. Ну... Ой, ищете что-то конкретное? Мне бы что-нибудь, чем нейтрализовать трекер корпуса Нова. Серия 7А12 или 2G2. Стойте! Их уже не выпускают, хотя... Есть кое-что, что должно сработать, несмотря ни на что. Давай. Отказаться? Да нет, давайте купим. А он точно отключит трекер? Что положено, то он и отключит. Спасибо, класс. Что за хрень какая-то? Так, ладно. А это точно нужно нам для корабля? Гевной. Ты твой. Парочкам и группам. Понятно, так, туда так просто не попасть. Серьезно? Не выиграйте, но и не проиграйте. Что это? Не желаете приобрести лотерейный билет? Джекпот 5 миллионов юнитов! Он растет! 5 Давай. Миллионов юнитов? Что делать с такой суммой? Выплатить долги. Отдать штраф, починить Милана, дать ребятам премии. Готовы потягаться за крупнейший джекпот в вашей жизни? А как узнать результат? Нужно вернуться на забвение и свериться со списком выигрышных билетов. По итогам проверки... И уплаты комиссии за проверку. Сумма выигрыша будет переведена на ваш счет. Давай, купим. Пожалуйста. Да улыбнется вам Фортуна. Больше, чем она улыбнулась мне. Ладно. Увидимся через пару оборотов. Если повезет, если повезет. Посмотрим. Если повезет, вам повезет. Так, бежим сюда. Что здесь у нас? Опа! Добрый день! Готов испытать свою удачу? Или зоркий глаз? Все просто. Находишь шарик, выигрываешь. Ну, что скажешь? А это не одна из тех игр, в которые невозможно выиграть. Что ты? Что ты? Что ты? Ты что, вообще не в курсе? Кабель всех кидал, уличных повыгонял. Ни лохотрона, ни обмана. Вот так. Ну давай. Могу выиграть?
Давай так, дружеский матч с символическими ставками, чтобы доказать, что я к тебе со всей душой. Что скажешь? Что скажешь? Давай сыграем. Ладно, сыграю. Но не вздумай мухлевать. Да не в жизнь, капитан. Ловкость рук и никакого мошенничества. Видишь? Вот он шарик-то. Так, кручу, так, давай. Запутать хочу. Давай, где шарик? За хорошее зрение будет... будет тебе премия. Да чтоб меня! Ты угадал! Ура, кабура, выжигара! Мои поздравления! У тебя глаз алмаз! Держи выигрыш! Вот, видишь, у меня все очень честно! Плачу за внимательность! Все шито-крыто! Ну, вроде да. А ты, парень, не промах! Ну что, еще разок, и может поднимем ставки? Да давай, хватит пока. Не стоит. Мне сегодня не везет. Команда, друзья, все... Мне очень жаль. Тут ничего не поделаешь. Могу помочь тебе отвлечься от грустных мыслей. Нет. Вижу землянина, переключаюсь на профиль 5R6TF. Что это за щит? Блин, даже не знаю, куда вот сюда вот можно сходить. Вниз куда-то тут можно идти. Так, это что у нас? Ротик, дорогой, я так рада нашим последним успехам. А ты еще думал, что после того дельца на Мах Лилия тебе крышка? Я же говорила, что торговля экзотикой принесет тебе в 100 раз больше денег, чем твоя гнилая ночлежка. Скоро каждому богатею в галактике захочется получить себе что-то подобное. И они обратятся к нам. Не избавляй оборотов, Фитал у нас скоро станет нашей. Я на тебя рассчитываю. Целую, Руби. Вот так вот, Руби. Руби на тебя рассчитывает. Ой. Это я, блин, вообще так хожу-брожу. Собирательством занимаюсь. Ну, для прокачки-то это надо, кстати. Ой, а тут еще бой будет. Кем только. Ладно, потом придем. Опа, протиснулся, взял. Так, хотя я должен по идее по сюжету идти, чем вас тут гонять. Ничего страшного. Ладно. Ну не, тут бой должен, вот, потому что все для боя подготовлено. Так, идем наверх. Тут точно ничего куда-нибудь сюда завернуть, так, опа, чтобы что-нибудь подобрать такое небольшое мелкое. Ладно. Так, это мы читали, видели, знаем. Что ты тут сидишь такой? Блин. А, вон оно, куда меня принесло. Житель один. Что такого в этой штуке? Не знаю. Сколько выиграл? Так, куда мне? Деньги потратил. Серьезно? Сюда? Сюда? Куда? Без вариантов. Туда нам не попасть. Так, я могу так сохраниться? Ну-ка. Сохранить игру. Так. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся уже в следующем видео. Пока!